Приветствую всех на своем канале. Снимаю видео о заказе, сделанном мной в компании Faberlic по 9-му каталогу. Обычно я не люблю показывать заказами, а собираю продукты за определенное количество времени и снимаю видео о покупках. Но в этот раз решила показать то, что практически вся коробка, которая у меня заказана, уйдет у меня на подарок. Дело в том, что наша бабушка собирается в ближайшую неделю уехать к родственникам в гости, и я решила им собрать такой небольшой презент. В общем, что я выбрала? Дядя, я выбрала гель для душа Cruiser Extreme парфюмированный. Объем здесь 150 мл, сделан в марте месяце 2019 года. И вышел он мне в 79 рублей. Я его понюхала, признаюсь честно. В нотах заявлено зеленое яблоко. Действительно, аромат свежий, с такой небольшой кислинкой. Мне понравилось. Надо будет как-нибудь мужу взять. К нему в пару я взяла парфюмированный спрей. Также срок хороший. Январь месяц 2019 года. Спрей вышел подороже, в 95 рублей. Для тети я решила взять вот такую парфюмерную линейку. Во-первых, вот эти два продукта при совместной покупке шли по такой спеццене, и вместе они мне вышли в 159 рублей. Опять же, сюда входит дезодорант парфюмированный и гель для душа в объеме 150 мл. Мне понравилась эта линейка тем, что она выглядит достаточно солидно. Название я произносить не буду, потому что я понимаю, что первое слово «Шато», а дальше я только исковеркую, лучше не буду. В общем, гель у нас также 150 мл, срок март месяц этого года, отлично. Так, а спрей... Так, а спрей у нас... 17 июля 17-го. Срок годности 3 года. Это у нас получается еще год ему срока. Ну, это успокаивает. Так-то, конечно, я прям напряглась. По поводу аромата. В нотах заявлен ирис в обрамлении каких-то специй. Я не удержалась, понюхала, потому что вообще с этим ароматом не знакома, ни в миниатюре, никак. И мне почему-то казалось, что это будет что-то сладкое. На самом деле услышала какие-то зеленые цветы. Конечно, сложно делать вывод какой-либо чисто по гелю для душа, то есть флаконы, потому что гели имеют свойство раскрываться при контакте с водой вообще другими нотами. Поэтому как-то категоричных мнений по этому аромату делать не буду. Но я лично такие ароматы не очень люблю, когда зеленые цветы. Мне нравится, когда в аромате присутствует сладость. Ну, к этой линейке я дополнила сам парфюм. Парфюм шел по цене 259 рублей по акции. И мне он вышел в 207 рублей. По поводу срока годности, январь месяц 2019 года, тоже все отлично. Ну, достаточно симпатично, на мой взгляд, выглядит наборчик. И еще этот наборчик я дополнила кремом для рук из линейки Оранжери, ирис и папоротник. По поводу аромата также ничего не скажу, вообще с ним не знакома. Здесь стоит заглушка. Да. И, по-моему, это была какая-то распродажа. Вышел мне крем 47 рублей. Да, 47. Срок годности вообще свежак. Май месяц 2019 года. Отлично. По-моему, симпатичный наборчик получился. Дальше сестре. Сестре я решила взять вот такой набор. Здесь у нас входит объемная тушь для ресниц по максимуму и жидкая подводка для глаз, цветная галактика, тон черная ночь. Не знаю, ни тушь такую, ни подводку я не пробовала. Вышел очень бюджетно в 150
9 рублей этот набор. Вот срок годности. Что-то я не найду. Значит, срок годности 2,5 года с даты изготовления указанной упаковки. Может быть, на самой упаковке туши и подводки. Ну, надеюсь, что там все нормально. Очень не хочется, как бы, будет мне неудобно, если продукт будет практически просрочен. Так, и вдобавок к набору я еще взяла ей гель для душа из линейки Beauty Cafe «Карамельная груша». Здесь по сроку апрель месяц, все отлично. По цене у меня вышел 63 рубля со скидкой представителя. Не было у меня такого геля еще. Первый раз я его понюхала. Мне понравилось. Напомнила мне гель для душа от компании Фраше. Какая-то была у них зимняя лимитка. Тоже называлась она «Груша в карамели». Очень приятный, сладкий. Ну, мне кажется, такой более на прохладное время года. Дочкам моей сестры я взяла, во-первых, 2 крема из серии «Кошка клубника». Идет он с 3 лет в объеме по 50 миллилитров каждый. Давайте посмотрим срок. Вот мне срок не нравится. Это август 2018 года. А общий срок годности 18 месяцев. То есть жить ему осталось от силы месяцев 8. В общем, конечно, это мне не очень нравится. Надеюсь, они успеют использовать его. Вот. Вышли мне эти 2 крема по 63 рубля каждый со скидкой представителя. Так, и еще я на двоих взяла вот такую гель-пену для ванны и душа «Кошка манго». Объем здесь 200 мл, срок годности хороший, март месяц 2019 года. Цена. Так, а что же у нас с ценой-то, сколько он мне вышел? $79. У нас такая пена была у дочки. Мне очень понравилась. Пахнет она, знаете, манго таким, которое в детских пюрешках, вот таких, которые детское питание, вот примерно вот так. Очень сладко, но мне кажется, достаточно натурально. Мне понравилось. Так, ну еще покажу. Вообще не относится это никак к компании Faberlic. Такой довесочек к подарку девочкам, дочкам. Вот такие 2 блокнота из фикс-прайса. В общем, это позитивный блокнот с русалками и позитивный блокнот вот с таким вот мишкой. Очень, мне кажется, симпатичные. Надеюсь, девчонкам понравится. Так, и остается у меня 4 продукта. Во-первых, за 99 рублей. Это тушь шла по каталогу. 99 рублей она стоила. И мне она вышла вообще, по-моему, в 79. Да. Называется она «Кошачий взгляд». Такая она необычная. Здесь, значит, идет на конце обычная ворсовая щеточка. И здесь уже силиконовая щетка идет. Срок годности у нее... Ей уже 2 года с момента изготовления. То есть, я так понимаю, ей, может, осталось жить от силы месяцев 6. Вот. Поэтому я, конечно, планировала ее пока в запасы положить, но придется, я извиняюсь, видимо, ее прямо сейчас уже в использование поставить и
пробовать, что же это за тушь. Но не могла пройти мимо. Все-таки цена, согласитесь, 79 рублей для туши. Это очень и очень дешево. Вот. И так, конечно, да, туши от Faberlic имеют свойство быстро загустевать, сохнуть и переживательно, как она себя поведет в использовании. Повторила покупку вот такой маски от этого ботаника для ног. Она шла по распродаже, вышла она мне 47 рублей. Объем здесь 50 мл. Я сейчас такую маску использую, мне она понравилась. У нее густая консистенция, у нее наиприятнейший аромат кипариса с лаймом. Каких-то чудес для меня она, конечно, не делает. Я ее обычно использую после вот педикюра, после ванночки, когда шлифовальной пилкой и пемзой обработала ножки. Наношу под носочки и оставляю на ночь. Пяточки смягченные. Если какие-то трещинки, проблемы. У меня сейчас появилась такая проблема. У меня появилась трещина. И я никак не могу ее заживить. Я то один крем открываю, то другой. И пока что-то никак не получается справиться с этой проблемой. Но, в общем, в целом маска мне очень и очень нравится. Поэтому я взяла ее еще раз, пока она еще присутствует хотя бы на распродажах. Потому что данной линейки в каталоге, я так понимаю, уже нет. И еще на распродаже по 39 рублей я взяла два лака. Один, значит, такой золотой, с золотым шиммером, немного металлизированный. А второй, ну, я бы его назвала цвет морковки. А у меня еще ни разу не было лаков для ногтей от Faberlic. Это, наверное, будет мое знакомство. Единственное, я нахожусь в раздумье. Может быть, один лак отправить также в качестве подарка. По срокам годности. Ну, вот они тоже старенькие уже с января месяца 2017 года, им уже по 2,5 года. Я не знаю, сколько срок годности у лаков Faberlic. Вообще, я, откровенно говоря, на эту тему не заморачиваюсь. У меня лаки стоят, на их сроки годности я даже не смотрю. Для меня лак годен, пока он нормально ложится, нормально сохнет. Вот. А если он загустел или закончился, или высох, в таком случае я его выбрасываю. Вот. Поэтому мне как бы все равно. Единственное, посылать такой лак в качестве подарка, я немного смущаюсь. Вот. Давайте, кстати, кисточку посмотрим. Мне интересно, потому что я еще ни разу лак от Faberlic не покупала. А вы знаете, девочки, кисточка хорошая, широкая. Прям под стать и Фраше. Я очень люблю лаки от Фраше именно за их кисточку. То, что там фактически одним мазком можно нанести лак. Мне кисточка очень нравится. В общем, подумаю, оставить или все-таки один подарить. Все, вот таким вот вышел мой заказ. Общей суммой на 1331 рубль. Спасибо вам за внимание и пока. До новых встреч.